Добрый вечер, друзья! Сегодня с нашего межгалактического корабля мы вещаем. И у нас в гостях наши друзья Видар и Наталья. Ясновидящие и яснознающие. Добрый вечер! Сегодня у нас такая тема. Мы назвали ее как равновесие и гармония мужчины и женщины в эру Водолея. Вот. Ну, пару слов, в общем, что это такое, вот, и что нас ждет. Все просто. Равновесие и гармония – это когда мужчина и женщина вместе чувствуют себя хорошо, могут быть в естестве, проявлять себя во всех сферах рядом в естестве. И я это называю как радость быть вместе всегда. Угу. Вам такое состояние знакомо? Радость быть вместе всегда. Когда мы в равновесии и гармонии, да, мы действительно радостны.